Харьковский аэроклуб предлагает услуги мониторинга с воздуха различных объектов, как самостоятельно путем визуального осмотра, так и с привлечением других фирм, организаций, у которых есть специальное оборудование, при помощи которого можно снимать те или иные параметры, интересующие заказчика с какого-либо объекта. Ну, так, к примеру, мы выполняли тестовые работы по мониторингу высоковольтных линий электропередач. Эти работы можно выполнять круглый год. Кроме линий высоковольтных электропередач, можно вести мониторинг трубопроводов, так называемой газовой трубы, аммиака провода, продукта провода и так далее. Эти работы можно делать на разнообразной технике, как самолетами Ан-2, вертолетами Ми-2, так и с применением легкой техники типа самолетов ХАС-30.